День в день, час в час, минута в минуту. Радио Балтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Начинаем работу в прямом эфире. И сейчас, как мы уже анонсировали, у нас на прямой связи посредством Zoom руководитель Центра психотерапии подростков и молодежи Нил Константинус. И должен сказать, что в субботу будет весьма важное такое событие. По крайней мере, я считаю, что очень важное. В торговом центре галерея «Центр» вот в Старой Риге открывается пункт проверки ментального здоровья юношей, молодежи и подростков, так, наверное, можно перевести с латышского. Наверное, подростки – это всегда такая особая категория. Сейчас, наверное, она оказалась еще под большим давлением в связи с пандемией. Мы знаем, что предыдущий учебный год большей части прошел на удаленке, и сейчас уже многие классы, к сожалению, вынуждены обучаться опять-таки из-за пандемии удаленно, и это наложило еще такой вот, ну, целый ряд проблем на подростков. Сейчас об этом мы поговорим с психотерапевтом Нилсом Константиновым. Добрый день. Добрый день. Да. Вот насколько сегодня вот актуальна эта проблема, эти проблемы ментального здоровья, с которыми сталкиваются подростки, поскольку, ну, вы по роду своей работы каждый день общаетесь вот с родителями подростков, с самими подростками. Вот как бы вы сейчас охарактеризовали ситуацию? Да, все эти сложности, которые связаны с ментальной, с психологической здоровьем, там, тревога, депрессивность, нежелание заниматься школой и все остальное, это такая вещь, с которой сейчас сталкивается, ну, все чаще. И мы это видели и в прошлом году, когда все больше и больше семей с этим в каком-то мере сталкивались. Мы думаем, что это, как вы уже говорили, это связано с, ну, со всем этим, с которым, что сейчас происходит с школой. И вообще, ну, все, что связано с ковидом и пандемией. И в каком-то смысле дети, особенно подростки, как-то страдают из этого очень сильно. И это не только в Латвии происходит такая вещь, но об этом сообщают наши коллеги, в принципе, везде в мире. Это сейчас такая очень большая актуальность именно психологическое здоровье подростков и тоже детей, молодых людей. Угу. Вот исходя из вашего опыта, вот когда подростки, ну, вряд ли сами, чаще всего вот родители их побуждают к этому, обращаются вот и ваш центр за помощью, это чаще всего связано с тем, что где-то, ну, если так можно сказать, родители что-то не усмотрели, не доработали, или подошли к этому так, ну, что мы тут можем сделать, трудный возраст, пускай специалисты разбираются, ведь можно на каком-то этапе это решить, ну, без того, чтобы прибегать к помощи психотерапевта? Конечно, это не всегда нужно, особенно в этом возрасте. Если у подростка, ну, если у подростка есть такая хорошая среда в школе, если у него есть друзья, если у него есть такие взрослые вокруг, конечно, родитель, но в этом возрасте нужны не только родители, тоже какие-то взрослые, не из семьи, с которыми он может общаться, если он занимается с чем-то в каких-то кружки, что-то другое, это все помогает для психического здоровья. Это очень-очень сильно влияет. Мы знаем, что это даже самое важное, вот эти, это как он, например, спит, что он кушает, чем он занимается, это самая важная вещь, которая влияет на психическое здоровье. Конечно, просто бывает иногда, что родители не очень, ну, может сами разбираться, и они думают, вот то, что происходит с моим подростком, это как бы нормальное такое поведение, или мне надо начинать волноваться. Ну, тогда это такая хорошая, такой хороший вопрос. С этим можно поговорить с специалистом, чтобы он помог сориентироваться в этом. Но все чаще и чаще сам подростки приходят или спрашивают у своих родителей, чтобы привезли поговорить с кем-то про свое ментальное здоровье, потому что они, конечно, читают в интернете, там много информации, это становится все более такой популярная вещь тоже. Они знают, что их там друг сходил к специалисту, он тоже хочет поговорить про
расчета. И, ну, и они приходят достаточно много, особенно сейчас. Да, вот на ваш взгляд, должна ли быть какая-то такая, ну, не знаю, государственная программа психологической помощи подросткам, поскольку, ну, статистика такая неутешительная вообще по всей Европе, в Скандинавии, ну, и в Латвии, к сожалению, тоже, вот и по суицидам, и по вообще по эмоциональным срывам подростков? Да, ну, у нас есть какие-то первые такие попытки сделать такую помощь именно для подростков. Но то, что мы видим сейчас, и то, что мы тоже увидели в пандемии, то, что эти традиционные методы, они, ну, не работают, потому что подростки, у которых сейчас какие-то проблемы, они становятся все больше и больше. Мы думаем, там, может быть, даже каждый третий сейчас нуждается в каком-то смысле, в каком-то поддержке. И то, что видно сейчас, что такие, например, там кабинет психолога, ну, это просто ну, не очень ну, как бы такой эффективный способ, как помочь в этой ситуации. И то, что мы думаем сейчас, это тоже как в Европе все вещи двигаются, то, что эта помощь, она нужна быть в школе, в принципе. Это школа и семья, вот это вот эти две места, где мы можем достичь этих подростков и искать какие-то способы, как их поддерживать. Ну и вот это ментальный пункт, mental health check-up, который мы делаем сейчас, это тоже один из таких новых способов, как помочь подросткам именно в таком виде, который доступен для них и интересен. Значит ли это, что подросток может, зная, что вы теперь находитесь, ну, в самом центре Риги, прийти даже без родителей, или, поскольку он все-таки несовершеннолетний, должно быть, не знаю, какое-то согласие родителей, сопровождение родителей? Да, но в принципе он может с 14 лет прийти сам, но мы всегда информируем родителей. И особенно если, ну, там есть какие-то сложности. Так что я думаю, что это и хорошая вещь, которую родители могут сказать своим подросткам, то, что они могут прийти сами поговорить, пообщаться с специалистом, посмотреть, что это вообще значит, что это такая психологическая, например, там психологический тест, психологическое здоровье, проверить, пообщаться, и потом уже можем об этом поговорить с родителями. Потому что, конечно, родители, семья – это самая важная вещь в жизни подростка. И они те люди, которые могут им, ну, дать какую-то поддержку, помощь, если это понадобится. Насколько велика, скажем так, опасность вот, создания такого вот эмоциональной или психологической неустойчивости подростка в интернете, я имею в виду в социальных сетях, потому что время от времени мы слышим такие истории, когда происходит, ну так, дипломатически говоря, такой моббинг, да, вот в Фейсбуке, и фактически начинает травить какого-то подростка, который, может быть, не знаю, не столь настойчив, достаточно раним, и вот начинает там над ним там насмехаться, и все это происходит, ну, можно сказать, даже публично, в социальных сетях. Насколько это вообще актуально для Латвии? Да, для Латвии это очень актуально, потому что мы занимаем первые места в этих рейтингах моббинга. И мы знаем, что наши дети сталкиваются с этим очень-очень часто. И мы это видим как в центре, и нам сообщают про это, но мы тоже это видим по статистике. И мы знаем, что моббинг – это очень высокий риск, что этот подросток и потом ну, молодой человек, что у него будет и может проявляться очень серьезные проблемы в дальнейшей жизни. И поэтому это очень-очень важная вещь. Конечно, как вы говорили, сейчас моббинг происходит не только в школе, в школьном среде, но и в интернете. Но мы знаем, что на самом деле это не, ну, как бы это сейчас не самая плохая вещь, потому что в основном это моббинг все равно, он происходит в реальной жизни. Это там, где ну, подростки сталкиваются с этим. В школе, к примеру. Сейчас, ну, конечно, да. Новый тренд проявляется, где это очень-очень влияет на них. То, что они делают в социальных сетях.
Например, можно сказать, вот этот феномен секстинг, где они высылают там свои голые фотки в интернете, и потом, конечно, там может происходить очень-очень страшные вещи. Да, вот зачастую, мне кажется, и взрослые-то иногда не понимают, что это не какое-то личное пространство. Если ты поставил какие-то свои интимные фотографии в социальных сетях, дальше это пошло гулять по интернету. Но подростки, наверное, тоже, я думаю, что еще больше вот подростков в силу возраста, наверное, не понимают, что ничего такого личного, закрытого, интимного в социальных сетях быть не может. Если ты выставляешь какую-то свою личную фотографию или личную переписку, потом это все дальше будет использоваться или может использоваться. Конечно. И иногда, как вообще чаще еще бывает, что они не вставляют это публично, но у них есть какие-то отношения, и, как мы знаем, в подростковый возраст такой очень романтичный, да. И они думают, что они будут вместе всегда, но это как бы отношение прерывается, и потом другая сторона просто присылает эти фотки вокруг или поставляет в интернете для всех, и это такая очень плохая вещь. Да, мне кажется, что здесь всегда нужно, наверное, знаете, как говорят, говорить не только с подростками, но и с их родителями, потому что зачастую слышишь от своих знакомых, которые говорят: «Я своему, сыну или дочери не разрешаю много вот сидеть в компьютере, вот только, 2 часа в день, за исключением, конечно, учебы, только по выходным». И фактически, наверное, многие родители не понимают, что вот с помощью таких примитивных методов, запретов, ведь ничего не решается, все равно подросток найдет возможность и смартфон, и у кого-то одолжить у друзей, все равно он найдет возможность, как в эти социальные сети выйти. Здесь надо все-таки действовать, как-то более грамотно. Да, я тоже так бы думал. Конечно, я думаю, что какая-то структура и дисциплина очень хорошая, и для подростков это тоже нужная вещь. Но мне кажется, я знаю, что это и показывает новые такие исследования, что, например, если мы говорим про этих фотках, тогда самая лучшая вещь — это научить подростков, как с этим пользоваться, чтобы они не попали в каких-то сложных ситуаций. Например, если даже они делают такие фотки, тогда никогда не показывать свое лицо, например. Не надо ставить свое тело в одном фотке со своим лицом, и тогда проблем не будет. Такие маленькие вещи тоже очень может помочь этому подростку просто не впадать в таких ситуации. Да, вот что касается таких вот совсем уже экстремальных вещей, когда подростка посещает мысли о суициде, о том, чтобы себе нанести какие-то увечья, когда нужно родителям уже просто, действовать очень оперативно, не надеяться, что мы договоримся с психотерапевтом, придем. А вот когда нужно действовать очень оперативно? Когда этот самый такой, нужно кричать «СОС»? Если есть риск, что этот подросток может себе что-то как-то повредить, себе или кому-то другому, тогда, конечно, такие ситуации, слава богу, не бывают очень часто. Но если, конечно, это случается, тогда сразу надо даже звонить 113 и делать все, чтобы он не оставался, например, один сам с собой, потому что это очень высокий риск. Обычно они не попадают в таких ситуациях, но если родители... То, что подростки думают про самоубийство, это происходит достаточно часто, это не всегда проблематично, потому что это такой возраст, когда такие мысли может прийти в голову. Но если подросток об этом думает особенно часто, или даже родители замечают, например, что не режется, это такая очень сейчас распространенная вещь, тогда нужно с кем-то поговорить. Это всегда... Это не значит, что у этого подростка какие-то проблемы, или что его сейчас будет как-то лечить, или что-то такое. Это вообще нет. Но просто с кем-то поговорить, просто чтобы было еще какое-то мнение, это всегда в пользу. Да, что касается, это, конечно, тоже постоянно присутствует в нашей жизни, угроза
вот подросткам начать употреблять наркотические средства, ну, наверное, не секрет, что есть такие неблагоприятные районы, в том числе и в Риге, где вот, ну, хотя мы говорим, что вроде у нас там все равны и так далее, но тем не менее мы понимаем, что есть какие-то районы, где очень неблагоприятная среда для подростков, ну и, к сожалению, и неблагоприятные семьи. Да, я не хочу сейчас какие-то специальные районы там называть, чтобы кого-то обижать, но есть такие вот районы в Риге, по крайней мере, вот где эта проблема существует. Может быть, там нужно больше заниматься вот этой психологической помощью? Конечно, потому что мы сейчас понимаем то, что если подросток потребляет наркотики, ну и не просто там делает это как эксперимент или там, ну, иногда попробует что-то, но потребляет так, что это начинает мешать ему, тогда это как бы тоже это рассматривается как проблема психологической здоровья. И ему нужна, ну, какая-то такая помощь. Конечно, в Латвии это очень сложно, потому что у нас, ну, вот, не хватает таких центров или услуг именно для таких подростков. Сейчас открываются такие open центры, и они открываются там в Москва, Сиела, в Агенсканс, в Болдера и в многих районах. Там молодые люди там могут прийти, там, ну, как бы, такие, и проводить время хорошо. Но, в принципе, у нас нет таких услуг, которые были бы предназначены для таких подростков. Это, конечно, очень-очень сложная проблема. Потому что, как вы говорили, конечно, от этой проблем могут пострадать все, но мы знаем, что подростки с семей социального риска, ну, это не всегда, конечно, там, социальные риски, это тоже те семьи, у которых, ну, там, мало денежных средств, да, например, что они будут страдать из от всех видов психологических проблем и даже в три раза больше, чем другие дети. И это, конечно, ну, такая страшная статистика. К сожалению, да. Да, что касается еще вот проблем ментального здоровья, исходя из вашего опыта, как долго, вот если все-таки у подростка возникли серьезные проблемы, депрессия, он страдает от этого мобинга, вот по вашему опыту, как долго необходимо человеку эта психотерапевтическая помощь? Ведь наивно полагать, что вот он придет к вам на консультацию или к вашим коллегам, пообщается там, не знаю, 30 минут или даже час, и все, и выйдет совершенно здоровым, спокойным, и все будет в порядке. Видимо, это все-таки какой-то процесс более длительный. Да, конечно, и особенно из-за того, что эти проблемы, ну, в большинстве случаев они связаны с чем-то. Ну, с чем-то, что происходит в среде подростка, например, мобинг. Это если происходит в школе, если он сталкивается с этим, он будет чувствовать себя очень плохо, он будет страдать депрессией. А психотерапевт в кабинете, он, конечно, не может решить такие проблемы, как мобинг в школе. И так все зависит из того, ну, мы можем поддерживать самого подростка, мы можем поддерживать семью, мы можем помочь школе как-то с этим разобраться, но это будет все зависеть от, ну, как эта жизнь там будет произойти вокруг его. И если тоже, если подросток, например, ни с чем не занимается и проводит все время дома, там в кровати, и, ну, ничего не делает, и у него и родителей нету дома все время, и ему не с кем пообщаться, тогда тоже, ну, таких проблем решать будет достаточно сложно и долго. Но это, ну, не всегда так. Но это хорошая вещь в том, что в подростковом возрасте мозг развивается очень-очень быстро, очень сильно. И мы можем даже иногда, ну, в таких очень сложных ситуациях влиять и достичь достаточно хорошие результаты. Ну, именно из-за этой причины, то, что мозг развивается, это очень важный возраст, именно и по этой причине. Угу.
Да, вот тогда такой вопрос, который не могу не задать. Вы вот, в Фейсбуке, по-моему, если я не ошибаюсь, или, неважно, в информационных агентствах, скажут, что было бы неплохо, чтобы такие пункты, ну, поддержки подростков, решения проблем вот, ментального здоровья были чуть ли не в каждом таком торговом центре. Насколько вообще это реально, от чего это зависит? Не знаю, там должно подключиться Министерство здоровья, или это инициатива самих торговых центров? Вот как сделать так, чтобы действительно у подростков была возможность вот такую консультацию получить? При всем уважении к школьным психологам, мы знаем, что школьные психологи, особенно в больших школах Риги, один психолог на всю школу, он очень загружен, и чаще всего даже чисто, ну не знаю, психологически подросток не пойдет к тому человеку, который в школе работает каждый день и его знает, рассказывать какие-то такие личностные вещи. Угу. Да, да. Это тоже правда, и я думаю, что нам надо просто много всяких услуг и идей, и чтобы мы смогли там, один будет себе, одному поможет школьный психолог, другому, да, может быть, он там не сможет поговорить с ним, и там надо что-то другое придумывать. Вот сейчас мы с этим пунктом, я тоже бы согласился, что для подростков очень важно, чтобы эта услуга или этот пункт и специалист, чтобы он находился ну, где-то поблизости, и чтобы он был в таком месте, где этот подросток и сам ну, как бы, гуляет или проводит время со своими друзьями. И торговые центры именно такие места сейчас. Поэтому это очень мне показалось важно, чтобы мы смогли там открыть такой пункт. Сейчас это, конечно, инициатива самого торгового центра. Благодаря Gallery Centers мы можем это там делать. Я очень надеюсь, да, что это будет такая совместная вещь и сами, там, например, торговые центры, ну и, конечно, может быть, и Пашвалдыба или какие-то самоуправление, государственные да. средства. Потому что ну, ментальное здоровье – это и есть такая совместная вещь, где мы все как-то включены, и мы все как бы должны отвечать, я думаю, про это, и все вместе только можем поддерживать, дать эту поддержку молодым людям, которые им сейчас очень нужна. Да. Вот интересно, когда мы говорим о помощи психотерапевта, психолога, иногда даже и психиатра, вот хочется сказать, что мы хотим от подростков, если зачастую сами родители, во-первых, путают это понятие, во-вторых, боятся еще, может быть, ну, вот с тех давних времен такое какое-то представление сложилось, боятся обращаться за помощью даже сами, когда им самим, взрослым людям, нужна помощь психолога или психотерапевта. Они думают, ну вот, сейчас нас занесут в какой-то регистр, скажут, что мы психически больные, выпишут нам какие-то там, не знаю, тяжелые медикаменты. Вот действительно ли достаточно такой работы психотерапевта на таком уровне общения, или иногда приходится прибегать к тому, что вы советуете обращаться дальше уже к специалистам, врачам, чтобы они выписывали лекарства и так далее? Да, ментальное здоровье – это такая вещь, которая очень быстро развивается сейчас. И, например, мы тоже понимаем намного больше сейчас, чем, ну, скажем, там, лет 10 или 20 назад. И это, если родители волнуются, это тоже очень понятно, потому что, ну, например, там, в Советском Союзе мы знаем, что там, психическое здоровье, все, что с этим связано было, это как бы, ну, это, ну там нет такого очень хорошего настроения говорить про это. И тоже в наши дни не всегда это такой очень высокий уровень поддержки, которые люди могут получить. Например, ну, так что и я думаю, что нам надо очень много рассказывать про это. И то, что мы знаем сегодня, сейчас, то, что в основном, ну, в принципе, 99% все эти проблемы подростков, это не то, что они больны с чем-то, это не какая-то страшная болезнь, это такая нормальная психологическая реакция, когда они попадают в каких-то стрессовых ситуациях или с чем-то не может разобраться. Как мы говорили, то, что он страдает депрессией, это не значит, что он болеет с какой-то болезнью. Это значит, что, например, у него в школе происходит моббинг,
и он не знает, как с этим разобраться, и он вот это такая депрессивная реакция, которая достаточно понятна. Или там ребенок, ну, или подросток тоже там страдает тревогой. Например, он тревожится очень. Это не значит, что он, ну, как бы больной с чем-то, и там надо как бы особенно лечить. Это значит, что у него какие-то сложности внутри, какие-то психологические сложности, с чем надо помочь разобраться. И мы знаем, что сейчас, ну, везде в мире первая помощь всегда это психологическая помощь. То есть психологи, психотерапевты это, ну, помогает, и это то, что, ну, как бы рекомендации государственные говорят, что это, ну, всегда будет первая помощь в таких случаях. Конечно, проблема в том, что в Латвии, ну, нету так много специалистов, и нету так, ну, и, например, психотерапия не оплачивается государственно. То есть и это причина, почему там многие подростки там попадают, ну, в таких учреждениях или в таких специалистов, которые, ну, не было бы самая лучшая помощь в этом возрасте с таким проблемой. Но это улучшается, это все время улучшается, и тоже то, что мы можем вот такой центр, например, открыть, или такой пункт, это тоже говорят про то, что, ну, эти вещи очень, очень быстро меняются. И тоже, ну, люди начинают думать, конечно, по-другому. И то, что самые молодые люди, там подростки, то, что они сами нам звонят и приходят, это, конечно, тоже следствует о том, что вот такие большие перемены происходят тоже в обществе. Да. Вот еще такой вопрос, который тут не могу не задать. Зачастую школы считают, что вообще, ну, учителя, понятно, что они загружены. Я имею в виду, так, если мы говорим об очном обучении, все-таки сейчас школы вернулись к очному обучению, и учителя, классные руководители думают, ну, пускай уже родители разбираются, не хочу я вообще влезать в эти конфликты между подростками в классе. И зачастую, даже когда они видят, вот о чем мы говорим, что этот мобинг происходит, что какой-то ребенок, там, не знаю, забит и страдает, они предпочитают не вмешиваться из серии «это трудный возраст, пускай подростки сами разберутся». Нет, это такой вещь вообще не должна была бы произойти, потому что школа – это самая важная вещь в жизни подростка. Это место, где он проводит, ну, все свое время почти. И учители, и психологи, и социальные педагоги в школе – они те взрослые, которые могут помочь, и которые очень влияют на это подростка. Именно из-за этого мы думаем, что, ну, и мы говорим, что школа – это самое важное. И школа всегда будет центр в такой поддержке подростка. И из школы очень-очень много чего зависит. И особенно в подростковом возрасте школа может делать намного больше, чем семья в каком-то смысле. Именно из-за этого мы сейчас тоже сделали такую инициативу, называется «Эму школа», которую мы сейчас распространяем в школах. Надеемся, нам будет уже 100 школ в этом году, где мы можем делать скрининг ментальное здоровье и увидеть те дети и подростки, у которых начинаются какие-то сложности, чтобы сразу школа смогла бы подключиться и помочь этому подростку. Так что нет, школа – это, ну, в принципе, самая важная вещь в этой всей системе поддержки. Ну вот кто-то может сказать, вы, наверное, тоже вам часто такой вопрос задают, что вот, ну, есть подростки, которым, не знаю, так им повезло или не повезло, ну, родиться, не знаю, такой благополучной семье, они ходят, не знаю, там, в престижную школу, живут в престижном районе. Понятно, что и там они могут быть подвержены каким-то рискам, но, тем не менее, им легче, вот, ну, не знаю, состояться как личностям, чем тем, ну, которые живут в таком неблагоприятной среде, не знаю, там, на Москачке, к примеру. Им очень тяжело вырваться вот из этой
обстановки. Мы знаем очень много фильмов, где там показывают в разных странах, вот, где человек пытается вырваться из этой неблагополучной среды, но ему не удается, потому что есть вот эти социальные лифты, да, так называемые. Ну, тяжело. Район такой, школа такого же уровня, я извиняюсь, да, и дальше ему закрыта фактически дорога, там, не знаю, или очень тяжело пробиться, чтобы получить высшее образование. Вот что с этим делать? Есть ли возможность все-таки вот преодолеть вот это вот социальное неблагополучие? Да, я думаю, что это самое главное задание, ну, в таком в государственном уровне, потому что это отличие вообще очень-очень огромное. Я когда-то работал в психиатрической больнице, где в программе подростков, ну, и должен сказать, что там, в принципе, все подростки, которые там как-то их поставили, эти все были только из вот такой неблагополучной среды. И тоже, если мы, например, там посмотрим, какие подростки там потом попадают в каких-то инстанциях, которые там учатся в специальных программах и все это, ну, в основном я, ну, должен сказать, что эти, ну да, эти, в принципе, эти вот подростки, которые так не повезло. И, конечно, если это не значит, что проблемы нету у всех, конечно, есть, но если у родителей есть денежные средства, и они могут позволять себе там, ну, там, психолог, психотерапевт для своего ребенка, развивающий там всякие уроки, все остальное, конечно, тогда этот ребенок может достичь очень много в жизни. А если никаких средств нет, и они зависят только от того, что, ну, что государство может дать, тогда, конечно, он, ну, попадает в такую ситуацию. И это очень-очень, ну, плохо, конечно. Но я думаю, что это невозможно решать никак по-другому, но только в государственном таком уровне. И мы тоже знаем, что иногда самая лучшая помощь для семьи, где подросток или, ну, ребенок страдает каким-то психологическим проблемами, это финансиальная помощь. Это не психиатрическая, не там психотерапия, а именно денежные средства. Просто дать деньги для такой семьи иногда очень хорошая вещь, которая очень помогает. Чтобы они хотя бы вырвались из этой нищеты, да? Конечно, да. Может быть, такой последний вопрос. Я знаю, что вы продолжаете самосовершенствоваться и являетесь докторантом, сейчас учитесь дальше. Почему это для вас было важно и насколько я понимаю, вы тогда получите диплом психиатра, насколько сейчас психиатрия развивается, потому что есть такое стереотипичное представление, что, ну, психиатрия, если взять отрасли медицины, ну, не так много там появляется новых и лекарственных средств. Как вы вообще на все это смотрите? Да, я вообще-то изучаю психопатологию. Да. Это такой уровень психиатрии. Я думаю, что особенно если мы говорим про детей и подростков, тогда точно в этом уровне там новые лекарства, все такое, там ничего не проявляется. Я думаю, что психиатрия вообще не самый лучший ответ для проблем подростков. Да, лучше не допустить этого, да, чтобы психиатры вмешивались, да? Но я думаю, что мы сейчас, что это очень-очень-очень интересное такое время, когда мы очень много начинаем понимать про того, как работает мозг и как важна эта ментальное здоровье, как она влияет на всю остальную жизнь, и особенно как это важно в этом возрасте, в школьном возрасте. И тоже то, что самый лучший способ помогать в этих проблемах, это не психиатрия, и иногда это не психотерапия, это среда, это школа, это питание, это природа, и это физическая нагрузка какой-то. И мы можем увидеть очень-очень хорошие результаты в этом сфере. Так что я думаю, что там, ну, как я говорил, там очень большие перемены, и это очень-очень интересная сфера сейчас. Буквально последний такой короткий вопрос. Исходя из вашего опыта, влияет ли как-то вот на это
ну, на количество проблем психологических у подростков, если они выросли, ну, как сейчас говорят, в неполных семьях. Это очень распространенное явление, когда, ну, зачастую мать воспитывает ребенка сама. Хорошо, если вообще отец хоть где-то, ну, после развода участвует в воспитании ребенка, иногда и вообще не участвует. Да, особенно в Латвии это очень такое распространенное явление, вещь. Да. Угу. Но мы думаем, что именно из-за этого подростковый возраст очень важный, потому что, ну, конечно, в жизни может случиться всякое, и, ну, как случилось, так случилось, но мы знаем, что у каждого подростка, ну, и это очень, отец очень важная фигура, но то, что происходит в подростковом возрасте, это можно начинать скомпенсировать. И мы знаем, что, ну, мужчины в окружающей среде, например, там тренер или учитель, или психотерапевт, или, ну, какой-то друг семьи, например, они могут влиять на этого подростка очень сильно и как бы компенсировать этот роль отца и дать это все, ну, эти важные вещи, которые такая мужская фигура может дать. Так что на это можно и смотреть так, что, ну, конечно, случается по-всякому, но наша задача просто найти и дать возможность этих подростков найти, ну, тогда других мужчин в окружающей среде. Да, спасибо большое. Ну что ж, будем надеяться, что действительно и подростки, и родители воспользуются такой возможностью, как вот прийти вот в этот пункт или кабинет такой психологической помощи, вот ментального здоровья в галерее «Центр». Напомню, в субботу открывается этот пункт. Нилс Константинов у нас был на прямой связи. Большое спасибо. Спасибо. Вы слушаете радио «Болткома».